Доброго дня, доктор. Вверх по этим лестницам вы сможете попасть в карантиновые лаборатории инопланетян. Я боюсь, что ученые, которые там работают, могли превратиться в существ, которых они изучают. Нам нужно, чтобы вы пошли в лабораторию и активировали матрицу маяка, которая подает питание на сам маяк. Вам некому будет помочь в активизации маяка. Я уверен, что после тренировки вы легко справитесь. Обещаю тебе, когда это закончится, мы будем у власти. Я сразу же открою вам двери. Я могу дистанционно управлять лифтом, чтобы доставить вас в лабораторную зону. Потом вы сами должны будете включить устройство. Я буду дистанционно управлять лифтом, как только вы войдете внутрь.
Задавать один и тот же вопрос. Хорошая работа. После установки маяка мы можем попробовать включить процесс отображения. Мне это не кажется слишком эффективным, но мы постоянно приходим к этому. Шлюз уже достиг опасных размеров, и в любой момент может быть слишком поздно. Мы должны действовать немедленно. Вы хорошо справились. Мы пока не погибли. Вы должны использовать наведение маяков смещения для того, чтобы зарядить кристаллы на стенах. После зарядки их можно использовать для запуска обратного процесса. Эти кристаллы могут быть намного эффективнее, чем остальные устройства. Идите за мной.
вы начнете заряжать кристаллы, инопланетяне обнаружат это и попытаются вас остановить. Скорее всего, вам придется иметь дело с таким количеством врагов, какого вы еще никогда не видели. Вы должны зарядить кристалл как можно скорее. Я запускаю сейчас маяк смещения. Прямо возле вас находится склад боеприпасов. Я пытаюсь обойти замки безопасности, на которые он закрыт. Уверен, что вы могли бы воспользоваться дополнительной огневой мощью. Заряжаем первый кристалл на счет 3, 2, 1. Вы хорошо справились. Мы пока не погибли. Вы должны использовать наведение маяков смещения для того, чтобы зарядить кристаллы на стенах. После зарядки их можно использовать для запуска обратного процесса. Эти кристаллы могут быть намного эффективнее, чем остальные устройства. Идите за мной.
вы начнете заряжать кристалл, инопланетяне обнаружат это и попытаются вас остановить. Скорее всего, вам придется иметь дело с таким количеством врагов, какого вы еще никогда не видели. Вы должны зарядить кристалл как можно скорее. Прямо возле вас находится склад боеприпасов. Я пытаюсь обойти замки безопасности, на которые он закрыт. Уверен, что вы могли бы воспользоваться дополнительной огневой мощью. Мощность луча 50%. Мощность луча 100%. Если вы не установите кристалл, то мы здесь погибнем.
Прочность маяка заряжена на 20%. Мы справились с замками безопасности. Я открываю бункер с безопасности прямо сейчас. Черт побери, система безопасности отключила питание в дверях бункера. Теперь у нас нет другого пути. Мощность маяка 75%. Вы должны установить последний кристалл. Нам пытаются помешать, что мы должны защищать маяк любой ценой. Я обнаружил волну энергии. Что-то исходит прямо из шлюза. Вы хорошо справились.